Овсяно-морковный пирог получается нежным, в меру сладким и совсем не сухим. А его рыжий цвет так и притягивает, как магнит. Берите на заметку рецепт. Морковь лучше всего взять сочную и яркую, тогда готовый пирог будет более желтый. Если любите, то можно добавить в тесто немного молотой корицы. Растительное масло берите без запаха, чтобы оно не перебило вкус всего остального. Хлопья овсяные 100 грамм. Морковь 150 грамм. Кефир 200 миллилитров. Масло растительное 1/2 столовой екона. Сахар 100 грамм. Мука пшеничная 100 грамм. Яйцо 2 штуки. Разрыхлитель 1,5 чайных ложки. Ванильный сахар 10 грамм. Соль 1 щепотка. Сахарная пудра 1 чайная ложка. Количество порций 8. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления овсяно-морковного пирога. В миску насыпьте овсяные хлопья и влейте кефир. Все перемешайте и оставьте постоять 5 минут. Морковь почистите и натрите на средней терке. Добавьте ее в миску с замоченными хлопьями. Добавьте в миску с морковью и хлопьями сахар. Разбейте в миску яйца. Влейте в миску растительное масло и все хорошенько перемешайте до однородной массы без комочков. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Все перемешайте до густого теста. Форму для запекания диаметром 22 см застелите бумагой для выпечки и переложите в нее тесто, разровняйте. Поставьте в горячую духовку и выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Достаньте пирог и полностью его остудите. Посыпьте верх пирога сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!